11 годам лишения свободы приговорили в Уральске бывшего руководителя городского отдела строительства. Его пособнику Александру Нагметову назначили 8 лет. Отбывать наказание они будут в колонии максимальной безопасности. С приговором обвиняемые не согласны и намерены его обжаловать. Арман Уксумбаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Это 130 миллионов тенге. Из материалов уголовного дела стало известно, что чиновник потребовал от строителей 170 миллионов тенге за победу в конкурсе по возведению двух многоквартирных домов. Кроме этого, бывшему главному архитектору пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Суд также постановил взыскать с осужденного в доход государства 130 миллионов тенге. Я в вашей части согласен. Дело в том, что меня сейчас осудили за то, чего я не совершил. После заключения договоров о государственных закупках, после получения аванса, в октябре и в ноябре 2020 года тремя траншами гражданский истец по делу Нургалиев передал через Нагметова 130 миллионов тенге. За 40 миллионов тенге Нургалиев должен был приобрести для Уксумбаева новый трактор. Ну или передать стоимость этого трактора. До 2021 года Нургалиев через Нагметова передал Уксумбаеву остальную часть взятки, это 2 миллиона тенге. 11 октября Нургалиев при очередной встрече снова передал 2 миллиона тенге. Преступные умыслы Уксумбаева и Нагметова не были доведены до конца, потому что 11 октября 2021 года они были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы.